Прох, призрак острова Морва, Эдем, призрак. Эдем, призрак, это структурный анализатор Кибертрон, Кибертрон, в общем-то. То есть непонятно, чего это тут я. Ну, компьютер надо было тут починиться, а то здесь нет. Все куда они летят. Если колонизаторский был, а здесь, да, где-то вот Титан 3. 6788. Ну конкретно. А, эти да. И карабины войнов был ради. Короче, это кошмар. Можно было ради предложить перемирие. Вот. На подкуп. 747. Ну и вот не соглашаться. Но сейчас узнаем, вдруг как Ларис не видит. Значит, ну. Но с ними Клара, там только свинья, всего они еще чем просто перемирие. Если, кстати, тут не захотят к ним брать, можно их подарить, а потом перед бдительностью попытаться номером Макс может оторваться и обратно. Ну или они будут сами тоже, ну, перемирие как непонятно просто. А что если он не случится, будет даже без Булграти будет туго. Но если мы сможем от этих отбиться, ну вот. Ну и попея. Ну а сколько ходов? 4, это вообще мало ходов. Ну больше ходов. Ты можешь просто купать, ну там, шидер. Перекупить. Да эти не могут не заходить, они чуть-чуть. Непонятно, либо оно сюда ближе было и меньше. Мы заключились не торгового договора, а там вот так. Подвисло. Ну могло бы оно меньше быть, может они не согласились. Непонятно. А подарок какой-то, ну какой? 10 раз по 10. Чего-нибудь там. Ты не я решил испытать силу дурать. Ну, типа мы сами захотели. Мразок. Ну, говори прямо. Вот так предложим. Но все равно вот с Николаем. Он вообще не думает. Не через 10 тысяч лун. Пошел, не хоть, может, им надо было кредитов. Ну, на своих пока условия не будем, спросим, но только после этого. Может, им что-то предложить. Ну, что нам все равно. Инопланетная психология против этих. Не, ну, хоть те ничего не заподозрят, ты наверное, шпиона. Да, система управления погодой, это вопрос. Ну, что это? Ну, смысл нет для нас. Что ты не можешь найти шпионов, там же деньги там. Да туда можно все равно там убить, то что не надо. Силовая броня лучше в обороне. Ну нам это тоже не особо. Может эту бомбу. Да нет, таким неохота.
Так это на время, потому что понимаешь, не через 10 тысяч лун. Ну что поможем, давай говори. Потому что... Блэсфо сейчас еще Семёна сейчас не сидит там. Эти прибыли. Мы согласны на сделку, но только без фамильярности. Типа, если мы не сближаем. На бойные склады, как у нас все. Это перемирие... Уже что-то другое. У нас нету тут там по-моему. Мясо можно что-то захватить. Можно было и пенеса. Блин. Ну им буду уже потом не то надо. Тут это увеличение армии. И подготовка, ну, что. Ну, вообще узнать, что выходит. Ну, даем. Ну и напомнит на это. Мотивация, цена себя больше за стен делать отношения с представителями всех других. Можно что-то было подарить, нету хрена. Вот эту систему, как мне погода. Оно получило по отношению, но более захочет. Лагерь спорился, а это что? Плюс 50. Так мы типа заменили. Не через 10 тысяч лун. А монорах? Так какая это тут? Тебя больше не хотят здесь видеть, пришел. Не хотел, просто хотел из сквайра. Да какой сквайр, мы можем только Амон-Ра, потом же вызвать перезахват. Можем подогнать что-то. Можно в джадок все хитро дать, я пошел захватывать. Да перемирие это такое, закончится потом все захватывать. Вот этот вот типа. Он ценен уже то, что у него есть. Планетарная экранная защита, но только. И строятся эти бронебоксы. Да им будет скоро вообще не можем не заключать ничего и. Вообще ничего не поможет. Ну просто они могут за это время там пока тут станет на метр 10, 12, 20. Сейчас на перемире пока не завяжут. А так они вот у нас что-то прислать. После перемирия, если там что-то это опять перезаходит, то еще могут перезаходить. Десант там с этого. Десант с Амон-Ра, например. Джадакса там с этих прилетит. Ну, может что-то выпустить. Вдруг ли он. Вообще надо заключить бы дом. Ну, десантный туров. На крошные планеты их там. Амон-Ра, например, Джадакс. Ну, Джадакс один с другого, Амон-Ра Джадакс какой-то заменит. Центральный Джадакс и Крипта, два Крипта там по кораблю. Четыре. И взять обратно там ракетная база там, перестроить. Такое непонятно все. Это после окончания перемирия, а потом у них может не быть уже этого. Да и бухрать уже может не быть. Начинать. Ну трохи неудобно так. Есть тут задак. Корабли. Тоже. Туров 6. В какой-то момент произвести.